Як діяти, ставши заручницею обставин? Но домой можете не возвращаться. І коли за чужі помилки відповідає власна дитина? Чому він мене любить? Як захистити себе, коли ти беззахисна і вразлива? Умна така, плати давай за все. Це був жахливий день у житті Поліни Семенової. Вона щойно дізналася, що її сина відрахували зі школи через прогули. Ну що з тобою робити, а? Це бандити, вона батряса, виганяють із школи. Ну, я просто прогулювала, я не думала, що так буде, я не хотіла. А ти думаєш, мені приємно було стояти перед директором і вислушувати все це? Это ж надо додуматься, а вместо уроков по кафе шастать. Я просто смотрела меню. Так, меню. Домой заходи. Математику учить лучше надо. Почему все дети как дети, а ты у меня такой? Кем ты только вырастешь? Поваром, как ты. Я тебе дам поваром. Привет. Привет. А что, дверь открыта? И что ты орешь на весь дом? Из школы выгнали. А? Батюшки, ну впрям как его папашка. При чем тут Жека, мам? А и вправду ж ни при чем, потому что он не только видеть своего сына не хочет, но и воспитывать его не хочет. В Киев укатил деньгу зарабатывать, только кто же их видит здесь эти деньги? Мам, ну не начинай. Ах, не начинай, конечно, не начинай. Я тогда на маму очень разозлилась. Я ж-то понимала, что малому необходима мужская рука. И рос он у меня, в принципе-то, без отца. Ну, с Жекой, Сашкиным папой мы познакомились в школе. Ну, так вместе учились, туда-сюда. Закрутилась первая любовь. Ну, естественно, что о семье тогда никто просто не думал. Но потом Жека уехал в Киев зарабатывать деньги. Мы, конечно же, с ним по телефону общались, поддерживали связь. А Саша все это время просто, ну, мечтал познакомиться со своим отцом. Поліна довго сумнівалась, але врешті-решт таки набрала номер батька Сашка і на її подив дістала від нього запрошення приїхати в гості. Перешагнеш порог? Прокляну. Мам, пусти. Ми все одно уїдемо. З цим лоботрясом? Да його із школи вигнали бандита етакого. Що ти з ним в Києві з цим неучим делать будеш, об'ясни мені? Я не неуч. Молчи, сказала. Ну так пусть Жека его и воспитывает. Ты же сказала, что Жеке наплевать на своего сына, а он нас в Киев позвал. Какой Жека? 12 лет вы ему не нужны были, а теперь вы ему понадобились. Как же, держи карман шире, ждет он там тебя. Ну ты же знаешь, что он с гастролей со своей группой не выезжал. Конечно, он же у них электрик. Техник. Не опущу, сказала. Пусти, нас папа ждет. Молчи, не слух, молчи. Но домой можете не возвращаться. Конечно, мама во многом была права, но у меня не было другого выхода. Сашка вырос, я уже не могла с ним справляться, ему нужен был отец. А я хотела, чтобы у ребенка была нормальная, полноценная семья. И даже представить себе не могла, во что это выльется. До столиці Поліна їхала з особливим відчуттям. Вона переконала себе, що батько сина нарешті вирішив створити сім'ю, і вони зможуть розпочати все заново. Але радість зустрічі розвіялася вже вдосвіта. А що случилося? Ну, вообще-то у нас гастролі. Я тебе разве не говорив? Ні. Ну, ладно, ми з Сашкою будемо тебе чекати. А домой вам їхати не треба? Ні, я уволилась з роботи. Ой, так а ты долго? Нет, Сашка ж в кино мечтает с тобой сходить. Малыш, вообще-то я занят 365 дней в году и 7 дней в неделю. У меня на вас вообще не будет времени. Ну ладно, мы сами сходим. Поль. Ночью ты спрашивала, рад ли я, что вы приехали. Я думаю, что мы поторопились. Вам нужно вернуться. Сашка, прикольный, конечно. Подожди, ты же говорил, что ты хочешь с нами жить. Я такого не говорил. Нет, ты говорил. Ну, прости. Прости? Я простила тебе 12 лет жизни, что ты ни разу не позвонил своему сыну, что ты ни разу не захотел его увидеть. Я простила. Я был занят. А Сашка, Сашка, ты думаешь, что я не позволяю вам с ним общаться, что я тебе не даю его номер телефона. Ты понимаешь, а? Саш! Саша!
собирайся, мы уезжаем отсюда. Что? Говорю, собирайся, уезжаем мы. Но я не хочу уезжать. И ты обещал научить меня играть на гитаре. Мужик, в другой раз, ладно? Я даже не могла представить, что Жека так с нами поступит. Я хотіла уйти від нього, куди глаза глядять, тільки от щоб подальше від нього. Залишивши дім Євгена, засмучена Поліна не знала, як їй жити далі. Ну що? Ну не плач, ти що? Все буде хорошо. Почему он меня не любит? Ну как не любит, зайчонок? Любит он тебя. Понимаешь, просто ему нужно дать время, чтобы он к нам привык. А можем зайти съесть чего-то вкусненького? Ну конечно можем. Давай, бери. Я готова была сделать все, чтобы Сашу успокоить. Но как? Он мечтал жить с отцом, а Джека просто выкинул его, как паршивого котенка, на улицу. Мне нужно было собраться с мыслями. И именно поэтому я зашла в этот дурацкий ресторан. Если бы я знала, что там будет, то ноги бы моей там просто не было. Что вам? Где у вас десерт? Вот. Давайте с кремом что-нибудь. Вот этот, тирамису. Давайте тирамису один, да. Все? Да, все. Девушка, и стаканчик воды, пожалуйста. Ну, все хорошо? А мы вернемся к бабушке? Думаю, что вернемся. Она нас пустит? Не знаю, пустит. Девушка, а где наш тортик и водичка? Ой, господи, ты нафига свои грабли выставил? Я не выставил. А ну не кричите на него. Так, умная такая, плати давай за все. Сколько там? Куску с ягненком 360, салат 220 и бутылка за 2400. Плати давай. У меня нет таких денег. Меня не волнует, давай. Что вы мне тыкаете? Мы здесь вообще ни при чем. Ирина, в чем дело? Что здесь случилось? Не надо спорить с клиентами. А вы пройдите со мной в мой кабинет, там поговорим. Так, сиди здесь, никуда не уходи, ничего не трогай. Хорошо. Присаживайтесь. Я сейчас выставил ногу, я споткнулась. Понятно. Ну, извините, вам придется заплатить за ущерб. Там была бутылка коллекционного вина за 2400. А что, вино золотое, что ли, а? Шато-брион заказывали? Так там же дорогие клиенты были. Мне нет денег. Извините, но вам придется заплатить. Нет денег, тогда отрабатывайте. Хотя бы мытьем посуды на кухне. Я не могу. Мы иногородние, понимаете? Я вам обещаю, все верну до последней копейки. Я вернусь домой, вам все вышлю, все деньги. Женщина, вы меня за идиота держите? Я сейчас звоню в милицию. Вас в обезьянник загребут, а пацана на улицу. Не надо в милицию. Я отработаю. Я повар. Вот и прекрасно. Будете и посуду мыть, и готовить. Только жить-то мы где будем? Тут неподалеку пустует квартира моей покойной тетки. Там ремонт. Заодно и за квартирой присмотрите, приберетесь. Как вас зовут? Полина. Полина Семенова. А паспорт можно ваш? Паспорт останется у меня, а вы пройдите в зал. Ирина, позови Сергея, пожалуйста. Управляющему была не нужна, правда. Он отстаивал интересы заведения. Я просто удивляюсь, как не расплакалась там при нем. А потом начался просто кошмар. Ну, пойдем. Пойдем. Это твой помощник. Издеваешься? Ты просил помощника. Я сам подбираю себе персонал. Да я здесь управляющий, и я решаю, кто здесь будет работать. Полина, подойди. Приступайте к работе.
достать меня решил, да? Ты просил помощника, принимай. Я говорил о мужчине. Ты че орешь на меня? Она на бабки мне попала. У Ирины спроси. Или может ты хочешь заплатить за нее? А может быть ее в обезьянник с сыном посадить? Не надо в обезьянник, я все отработаю, я хороший повар. Дайте мне возможность отработать эти деньги, я сразу же уйду. Нет, это я уйду. Даже не думай, хозяин тебя не отпустит. Да пошел ты. Полина, завтра в 5 часов утра ты приступаешь к работе, поняла? Поняла. Мне было страшно. Мало того, что неприятности, так еще предстояло работать с женоненавистником. Наступного ранку о 5-й годині Поліна стала до роботи. Вона хотіла відпрацювати борг якомога швидше. Але жінка до кінця не розуміла, у яку жахливу ситуацію насправді потрапила. Доброе утро. А я всю посуду перемила, все сделала. Розставила, просто не знаю, куди у вас тут поставити її. Ти не поняла. Я не собираюсь з тобою работати. Заметила. Я все прямой сейчас. Это как называется? На моей кухне это грязь. Давайте я помою. Я сам. Давайте я помою. Я сам. Я готова делать самую грязную работу. Только чтобы отработать эти деньги. Пожалуйста, ну не мешайте вы мне, а? Я уеду отсюда сразу же, как только... На, держи. Пойдем. Пойдем. Вот сюда. Что стало? Мой. Ты говорила, что готова делать любую грязную работу? Так давай. У нас как раз уборщица заболела. Никуда я не пойду. Вы что, думаете, я пойду вот туда, да? Да. Руки от меня убери, не трогайте меня. Не трогайте, никогда не уйду. Не уйду, я тебя не пойду, я сюда. Чтобы я тебя больше здесь никогда не видел. Ты что, идиот? Мне отработать надо, меня посадят. Чокнутая! Придурок! Я не знала, как поступить в этой ситуации. Ну что, оставалось только ждать приходу управляющего. Поліні довелося провести майже 3 години на холоді, перш ніж до ресторану прийшов менеджер і впустив її. А ты что стоишь здесь? Случилось что? Простите. В тот момент я поняла. Или я буду делать все, или Сергей не даст мне отработать и уехать из этого дурацкого города. Поліна розуміла, що швидше вона відбуде каторгу, то швидше буде вільна. Тому намагалася працювати щосили, не знаючи, що її доля зміниться вже за кілька годин. Я розумію, що Сергій заставив мити туалет і хотів мене спугати. Но піднімаю Сашку на ноги, я бралася не за таку роботу. Даже грузи розгружала. Поэтому все это было совсем ничего по сравнению с тем, что еще предстояло впереди. Что-нибудь еще желаете? Вина, если можно. Ты? А что ты здесь делаешь? Жень, откуда? Ты что, передумал, что ли? Да нет, я пообедать зашел случайно. Вообще-то я думал, ты домой уехал. Ну, постой, у нас гастроли сорвались. Но я рад тебя видеть. Правда? Правда. А Сашка где? Хорошо, что ты спросил. Сашка сейчас сидит. Слушай, тут такая ситуация, у меня проблема некоторая. Бабок одолжи, я тебя сразу верну. Понятно. У меня тоже проблем. Денег у меня нет. Ладно, все, забудь. Еще увидимся. Сашке привет. Жень, подожди. Ты никуда не уходи. Я что-то придумаю. Игорь Михайлович, можно? Заходи. Простите, должите мне денег, мне очень нужно. Мало того, что ты на бабки попала, так ты еще и в долги хочешь влезть? Одолжите, нет. Нет, иди. Хорошо, постой. Тысячу хватит? Конечно, хватит. Спасибо, я все отработаю. Да куда ты денешься? Обратившись к управляющему за деньгами, я, конечно, понимала, что он не упустит свои возможности еще больше не использовать. Но и представить не могла, что он на самом деле там себе задумал.
Спасибо. А ты вроде говорила, у тебя у самой проблемы? Да со своими-то проблемами я разберусь как-нибудь. Точно? Спасибо. За что спасибо? Ну мы же с тобой вроде как не чужие люди. Кстати, а телефон Сашки можно? Я тебе смс-кой перешлю, да? Дима, пока. Ну пока. Кто это был? Жека, Сашкин папа. Я не помнила себя от счастья, когда Жека попросил номер мобильного телефона Сашки. Я сразу подумала, ну, значит, я все правильно делаю. И, может быть, у нас с Жекой даже есть какое-то будущее. Конечно, что не у всех получается сразу гладко. Одни мужчины сразу готовы почувствовать себя отцами, а другим, возможно, необходимо какое-то время. Ну, как говорится, вода камень точно. Після несподіваної зустрічі з Євгеном у Поліни немов виросли крила. Тепер усе, що сталося з нею, жінка стала сприймати як щасливий випадок і шанс бути поряд із батьком свого сина. Будеш ганяти, як сьогодні, вона у тебе скоро говорящі лошаді стане. Мать Тереза знайшлась. Ну ти ведь тоже не сахар, правда? Наверное. Я все закончила, собираюсь домой. А это что? Утром домой. Сейчас. Як діяти, коли опиняєшся в рабстві, а всі навколо твої вороги? А это что? Утром домой. Сейчас. Вы же утром моете. Я сказал сейчас. Идиот. Игорь! Ну, я думаю, это и завтра можно сделать. Не вмешивайся. Не зарывайся. Она наш сотрудник, а за сотрудников я отвечаю. Полина, ты на сегодня свободна. Ну, может быть, я могу тебе чем-нибудь помочь? Полина! На кухню. Меня Игорь отпустил. Я сказал на кухню. Было странно, что управляющий за меня заступился. Ведь он же заварил эту кашу. Я не знала, чем его эта доброта обернется. Поліна не розуміла, у чому причина Сергієвої ненависті до неї. Адже, аби догодити йому, вона виконувала будь-яку роботу. Аж раптом усе стало на свої місця. Я б на твоєму місці искала б денежки, дорогуша. Уж если Сереженька решил тебя выжить, он это сделает. Он ведь теток на кухне не любит. Так что... Кстати, журнал тебе принесла. Красивый мужчина, правда? Сереженька наш раньше работал шеф-поваром в гранд-ресторане. Пригрел там одну девицу. Она стала его помощницей. Потом взяла и выжила его оттуда. Вот теперь Сереженька у нас здесь, как сама видишь. Об этом даже газеты писали. Я об этом ничего не знаю. Ну еще бы. Откуда тебе знать? Жаль его. Страшно, когда близкие люди предают. Ой, тоже мне жалелка нашлась. Ты бы лучше себя пожалела. А Сереженьку я как-нибудь сама пожалею. И, кстати, на покровительство шефа тоже не надейся. А то как бы расплачиваться не пришлось бы. А ты о чем? Да так, ни о чем. Я не знала, что имела в виду Ирина, когда о шефе говорила. Вот дура-то. Надо было не отпускать ее, пока все не расскажет. Постой, мне поговорить с тобой нужно. Я деньги отработаю. Да хрен с ними, с деньгами. Ты что, не видишь, как я за тобой ухаживаю? Ты думаешь, я просто это так за тебя заступаюсь? Да я запал на тебя, запал! Я тебе нравлюсь! Я не понимаю!
все ты понимаешь. Все будет хорошо, будешь хорошей девочкой. Я долг тебя прощу. Трогайте меня, вы же не трогайте. Тише, тише, все будет хорошо. Отпустите меня, отпустите. Будь умницей. Отпустите меня. Руки. Так что ты орешь? Помогите мне, помогите. Ну, бери свои лапы. Пошел вон, ты уволен! А теперь слушай меня. Если я уйду, это будет моим решением, а не твоим. А ты, если хоть раз еще прикоснешься к ней, убью. Понял? Ты что, угрожаешь? Предупреждаю! Пойдем. Пойдем. Я была просто в шоке. Только этого мне еще не хватало. Кто бы мог подумать, что Сергей так поступит? Я тогда словно впервые его увидела. Домагаючись Поліни, керівничий був на підпитку. І згодом, пошкодувавши про свій вчинок, вдавав, ніби нічого не сталося. Так, все буде добре. Смотри, він більше тебе не тронет, я тебе обіцяю. Да, договорились? Все, отлично. Так, тепер смотри. Помагаю, у нас 10 заказів. Так, от это. Ти серйозно? Я що, на шутника похож? Давай, работай, работай. Все, это я сделал. Это сюда. Предложение Сергея было настолько неожиданным, что я сразу растерялась. Ну а потом была счастлива, я это снова готовила. Після того, як Сергій уперше допустив Поліну до приготування страв, жінка не сумнівалася. Від сьогодні вони з Сергієм в одному човні. Але її висновки були занадто квапливими. Запачкалась. Сильно, да? Угу. Нічого, зараз уберу. Все? Да. Спасибо. Блюдо. Все должно быть строго выверено. Блюдо – это частица души. А еда передает энергетику готовища. Меньше телек надо смотреть. Что за бред? Почему это бред? Потому что бред. Ну хорошо. Ты думаешь головой, а надо думать сердцем. Ну вот тирамису, да, например. Угу. Красивый, вкусный. Угу, угу. Но там же нет твоей души. А если нет твоей души, значит место ему... Ты с ума сошла? Тебе никогда не стать кулинаром. Сколько бы о тебе ни писали великие журналы. Ты чокнутая! Я сказала Сергею правду, а потом одумалась. Ну зачем? Я всегда так. Сначала скажу, потом думаю. Хотя на тот момент времени меня это особо не волновало. Я больше тревожилась за сына, который целыми днями был предоставлен сам себе, пока я долг отрабатываю. Фізично і морально знесилена, Поліна не знала, як їй бути далі. Жінка була готова все покинути і тікати від проблем. С ума сойти! Это все для меня? Да. Я три раза грел. Хотел, чтобы оно было все горячим. Слушай, как приятно. Как приятно. Сюда. Ты мне самый-самый лучший. Я тебя люблю. И я тебя. Я не знала, что приготовить. Потому что ничего не было. И я вспомнила про гренки. Они же твои любимые, да? Любимые, да. Ну, кушай. Ой, а ты? Ты кушал? Да, я кушал. Саша, тебе в школу надо. Как можно скорее. Да каникулы ведь. Ну, каникулы закончатся. И, кстати, ты даже не думай, что будешь прогуливать школу. Мам, я решил, я больше прогуливать не буду. Я буду учиться. А ты кушай, остынет ведь. Ну не расстраивайся, ну все будет хорошо. Картаючи себе за те, що постійно залишає сина одного, наступного дня Поліна вирішила взяти його на роботу і дістала нові проблеми. Это еще что? Чим обернеться для Поліни присутність Сашка в ресторані? Картаючи
ображаючи себе за те, що постійно залишає сина одного, наступного дня Поліна вирішила взяти його на роботу і дістала нові проблеми. Это еще что? Это мой сын Саша. Здрасте. Здрасте. Ты можешь сделать одолжение, ничего здесь не трогать? Ты можешь убрать его отсюда? Кухня не место для детей. Я не могу его все время в доме держать одного. Это не игрушка. Понимаешь? Он ничего плохого вообще не делает. А это будет крем? А какой? Ты можешь забрать его от меня? Саша, положи на место. Ему просто не хватает мужского внимания. А я-то тут при чем? Ты куда хрем дел? Ты что, разлил? А ну не кричите на моего сына. Я не разлил, а поставил холодильник. И добавил лимонного сока, чтоб лучше сбивались. Я просто хотел помочь. Никогда больше не смейте кричать на моего сына. Саша! Саша, ну подожди, ну куда? Куда ты бежишь? Тебя выгнали? Нет, мы просто поссорились. Это все из-за меня. И папе не понравился. И бабушка из-за меня тебя не любит. Ну что ты говоришь такое? Ну что ты говоришь? Папа приходил, он просил твой номер телефона. Хочет с нами общаться. Он просто не помнит, не знает. Ему надо дать время, чтобы он к нам привыкнул. Ну ты понимаешь или нет? Ну привыкнул. Ну чего ж ты, а? Я хочу извиниться. Послушай, я понимаю, что я тебя раздражаю. Понимаю. Что мне делать? У меня нет выхода другого. Не надо ничего объяснять. Нет, ты послушай. Вот я приехала сюда ради чего? Чтобы у Саши появился отец. Потом все пошло не так. И вот теперь у меня малюсенькая есть надежда, вот такая небольшая, что у нас все может быть хорошо. Я готова делать все, что угодно. Что тебе надо? Что надо тебе делать? Мыть посуду? Я готова мыть. Да полы помыть? Я буду мыть полы. Я все... Не надо ничего объяснять. Иди работай. Хорошо, только Сашу отведу. Уже во второй раз мне вдруг показалось, что я с Сергеем могу найти общий язык. Но потом я поняла, что это просто невозможно. Поліна відвела сина додому і вже збиралася повернутися на роботу. Аж раптом до її оселі завітав несподіваний гість. Саш, ну це не ігрушка. Я хотів спросити, це папа дзвонив? Он предлагает пойти завтра с ним в кино. Пустишь? Ну, конечно, пущу. Извини, что без звонка. Я хотел с тобой поговорить. С сегодняшнего дня ты будешь готовить рыбные блюда не как помощник повара, а самостоятельно. А как же Сергей? Не твоя печаль. Захочешь отблагодарить, знаешь, как это сделать. Я не знала, как на это реагировать. Но вот где-то внутри себя я уже хорошо понимала, что такая доброта ничем хорошим не заканчивается. Я понимала, что Сергей не будет счастлив. Но вот такую реакцию даже предположить себе не могла. Стаючи до роботи, Поліна знала, Сергію це не сподобається. Але піти проти керівничого, від якого залежала, вона теж не могла. Хто тобі розрішив? Я. З сьогоднішнього дня Поліна буде готувати рибне блюдо в цьому ресторані. Да? Ти понял? Так, іди сюди. Давай отсюда. Я сказав, топай! Ти що, офігел? Ти думаєш, ти модний повар? Везде все можно. Я здесь управляющий. И я решаю, кто здесь будет работать. Только не на моей кухне. Это кухня и моя. Нет. Ресторан твой, а кухня моя. Без меня вот эта груда жести. Понял? Так что решать буду здесь я. Ты что, хочешь вылететь отсюда с волчьим билетом? Тебя и так из половины ресторанов города выгнали.
Да ты что, не понимаешь, что на одной кухне два повара, это все равно, что за одним рулем два водителя. Ты так ее вчера зачищал, а сегодня гонишь. Полина будет вторым поваром в этом ресторане, понял? Зашибись. Сережа, что случилось? Подуть? Болит? В общем, там клиент за восьмым столиком уже скандалить начинает. Где Карп? Я могу работать? Работай. Карп будет через 10 минут. Ай! У нас нет заготовок, поэтому придется подождать. Не маючи іншого виходу, Сергій та Поліна почали працювати разом. Але спільна робота виявилася набагато приємнішою, ніж вони очікували. Звір. Так, да, красиво. Правда? Так, да, дуже. У тебе теж красиво. Да ладно, не подлизывайся. Он не нужен. Я верну. Правда? Сейчас еще две штучки. Опа! Можно как-то побыстрее? Тот третий, четвертый столик уже давно ждут. Все, готово. Сначала я волновалась, готовя бок о бок с Сергеем. Ну, а потом волнение как-то прошло. И вот я подумала, ну все, помирились. Наивные. Пробувши цілий день пліч-о-пліч одне з одним, Поліна і Сергій жодного разу не посварилися. Взаємна праця навіть трохи зблизила їх. Полін, можеш тебе підвести? Спасибо. Ні, наверное, не надо. Ну, ладно. А ти чого це? На Серегу запала? Если ты не в курсе, то он уже занят. Я не претендую. Да? Да. Сережа, подожди, я с тобой. В тот день у меня было двоякое чувство. Вот с одной стороны, было страшно готовить рядом с Сергеем. А с другой стороны, приятно, что ли. Не знаю, как я могу объяснить это чувство. Мне показалось, что Сергей на меня как-то, иначе смотрит. А потом я одумалась и прекратила фантазировать. Если я отцу собственного сына не нужна, что уж говорить о других. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Давай покончим с этим раз и навсегда. Ты должна что-то придумать. Ребенку не место на кухне. Саш, посиди. Положи. На место положил и вот это собрал. Я слушаю. Які ще несподіванки чекають на Поліну? Та чи вдасться жінці повернути втрачене щастя? Сашиного отца ударила током на репетиції. Він просить, щоб я приїхала, він зараз в лікарні. Відпустиш? Я туди і обратно, я швидко повернуся. Їжджай. Що з папою? Поїхали. Мне не Семенов лежит. Сейчас, секундочку. Так его ж выписали уже. Сашка, привет. Папа! Жень, ты вообще как? Что? Я так переволновалась за тебя. Все нормально. Можно сказать, в рубашке родился. Только голова немножко болит и пошатывает. Ну, слава богу, что все обошлось. Полина, я...
Ты знаешь, мне кроме вас даже позвонить было некому. Ну, группа твоя-то как? Какая группа? Они бухали и не видели, что меня током шарахнуло. Хорошо, строители рядом были и помогли. Но это же был твой выбор. Знаешь что? Переезжай ко мне, а? Мам, соглашайся. Ну, конечно, мам. Ну, вот смотри, даже Сашка не против. Мы с ним обязательно поладим, да, Сашка? Конечно. Ну, что скажешь? Предложение Жеки было настолько неожиданным, даже не знала, что ответить. Хотя на тот момент времени боялась правду сама себе сказать. Прийнявши пропозицію Євгена та перебравшись до нього з Сашком, у той самий день Поліна повернулася на роботу. Я на месте, что мне делать? Ты не могла где-то в другом месте переодеться? Я спешила помочь тебе. Ты обещала, дай обратно. Приехала через 3 часа. К Жеке приехала с Сашей. А ты уверена, что у вас с ним есть будущее? Я не знаю. А вот если я не попробую, то я вообще никогда и не узнаю. Сашка счастлив. А это главное. Что для тебя главное? Сережа, а суп скоро будет готов для первого столика? Через 5 минут. Я не знала, что ответить на вопрос Сергея, потому что давно уже перестала жить для себя. Після роботи Поліна вперше йшла в їхній спільний із Євгеном дім. Однак, попри всі сподівання, жінку це не тішило. Ну як? Нравится? Это мы с Сашкой приготовили. Я могу с тобой поговорить? Что-то случилось? Когда ты от нас с Сашкой ушел, я вот мечтала о таком моменте, когда ты захочешь к нам вернуться. А теперь вот, когда такой момент настал, я не хочу. Не понял. Ты что, серьезно? Ты о Сашке подумала? Я нужен ему. Как жаль, что ты так поздно это понял. Стой! Ты не можешь просто так взять и уйти. Сашке нужен отец. Ты, кстати, сама об этом говорила. Общайся. Общайся, я не против. Ты его отец. Я не хочу. Я не хочу. Потому что если я останусь, я опять буду жить для кого-то, не для себя. Саша! Собирайся, мы уходим. Почему? Одевайся, говорю. Мы не будем жить с папой. Но я хочу быть с ним. Ты обещала. Папа будет к нам приходить. Правда? Ну, чего ты молчишь, а? Почему ты всегда молчишь? Сделай хоть раз что-нибудь правильно! Папа! Давай сделаем так. Сегодня Сашка останется у меня. Я с ним поговорю. А завтра придешь и заберешь его. Хорошо. Я чувствовала, что меня предали. Ведь я Сашке посвятила всю свою жизнь. А Жека? Что Жека? Жека был с ним только считанные разы. Я не находила себе места. Единственная надежда была на утро, что вот Жека наиграется, ему игрушка новая надоест, и сын просто ко мне вернется. Посетитель за 4-м столиком шеф-повар зовет. Карпаччо, говорит, совсем сырой. Что? Мой карпаччо не может быть сырой. Сереж, Женя, Саша исчезли. Куди зник Сашко? Он еще вчера ночью ушел куда-то. Чи вдасться матері повернути сина? Поліна Семенова, ставши заручницею збігу обставин, змушена працювати в столичному ресторані, де перешкоди одна за одною заважають нормально жити. Чи вдасться жінці знайти шлях до щастя? Так исчезли. Так исчезли. Так ти вийдеш посетителю, да или нет? Нет.
Если им не нравятся мои карпаччо, это их проблемы. Ну ты вообще! Что там еще? Я вчера ушла от Жеки. Сашка оставался с ним до утра. Сегодня они не отвечают. Телефоны просто молчат. Так, побежали. Куда побежали? Ну как, тебе же нужно Сашку искать? Куда это вы? Не твое дело. Уйдешь, считай, что ты уволен. Там посетителей целый зал. Ничего, выкрутишься. Пойдем. Можешь не возвращаться. А куда это они вдвоем собрались? Че, раскудакалась? Иди в зал. Скажешь посетителям, что сегодня санитарный день. Что? Какой санитарный день? Вы же сами попросили чеки принести. Вот я принесла вам. Иди, чеки, иди в зал. Да господи, да что все такие нервные? Все разбежались. Эти ушли, этот орет. Кто готовить будет? Кто работать будет? Я? Чеки принеси, не принеси. Достали. Я представить себе не могла, что Серега способен на такое. Бросить роботу ради меня. Перед усім Сергій та Поліна вирішили поговорити із сусідами Євгена. Вони сподівалися, що бодай хтось бачив чоловіка із хлопцем. Здравствуйте, а ви, случайно, мужчину із 120-ї квартири не знаєте? Що ж не знаю? Знаю. Неприкаянний такий. А де він може бути? Він ще вчора ночі пішов куди-то. Да, от в першому часу так грюкнув дверю, я подумала... Ночью там можно потише. Ну да, ну да. А скажите, а мальчика с ним такого невысокого роста не было? Не помню. Не знаю. Не видела. Олег, ты не знаешь, куда пропал мой сосед? Вот ищет его тут. Может, он у Витька? Бас-гитариста, он у него вечно тусует. А где он живет? Здесь недалеко, я проведу. Мне по пути. Давай, давай, скорее. Спасибо. С Богом, идите. Мы не знали, где может быть Джека с Сашкой, поэтому пошли к этому Витьку. Ну, хоть какая-то зацепка была. Прийшовши до квартири бас-гітариста гурту, пара була готова до всього. Але те, що вони побачили, виявилося цілковитою несподіванкою. Отуда. И ушел. А почему ты мне не позвонила? На телефон разрядился. Так, отойди. Отойди. Крепкая, ну. Открывается вовнутрь. Это хорошо. Сашка! Да. Отойди от двери. Хорошо. Я попробую. Зараза. Так, ты стой здесь, а я пошел поищу хозяина. Мам, так это не уходи. Зайчка, я никуда не уйду, тебя никуда не уйду. Слышишь, ты только не бойся, хорошо? Хорошо, только открой. Сергій не знав, де шукати Євгена, тому вирішив чекати чоловіка біля його квартири. Сволочь, я тебя вообще урою, ты понял? Ты чё пацана закрыл? Его мать по всему городу ищет. Блин, ну, дома без дома, может, я чё, не маленький. Поехали открывать квартиру. Давай, пошевеливайся. Гуляха. Ах ты, гад! Я тебя ненавижу, он же маленький, он боится, ты понимаешь или нет? Успокойся, успокойся, тихо, всё. А ты давай, открывай. Ненавижу, я тебя ненавижу. Ненавижу тебя. Мама. Сына, прости. Мой хороший, я с тобой, я уже рядом. Ну что, пойдем? Куда пойдем? Ко мне. Пойдемте. Ну что тут думать? Будем жить у тебя? Точно! Теперь мы с Сергеем вместе. И впервые в жизни я сделала то, что хотелось мне, а не кому-нибудь другому. Я не пожалела. А обязанности мы распределили. Сергей готовит в новом ресторане, а я, ну, стряпаю дома, на кухне.